получается копеек советских под наклоном, ямка сантиметров 18-20. Вот такая ситуация. Два прибора, что Кощей, вот у нас, что Аська. Это Кощей сволочь. Сейчас Аська дает немного сложные срабатывания. Отключим. Кощей, может, мешает. Да. Все равно идут ложные, но в любом случае убавлять уже чувствительность некуда. И так минус один, то есть как бы на тайгере. Вот монетку видим. Самое интересное, что видите настройки. Режим все металлы. Начинаю водить с этой стороны, вроде лучше видеть. О, видите, здесь что-то цепануло. Берет через раз, глубина небольшая, а плашмя далеко берет Аська. Видите, в одну сторону. Через раз, чуть-чуть глубже, еще поставлю под наклоном чуть-чуть. Вот так сделаем еще круче. Вот так чуть-чуть и чуть-чуть глубже. Лопата. Видите? Быстро. Медленно. Не знаю, что и туда засовывать еще. Черное бросает. Ну, боком все монеты и все прочее. Бросает черное, чтобы понимали. Даже прибор. Видите? Вот. То есть не берет. Добавлю максимальной чувствительности. Ну, здесь больше идут ложные, не могу. То есть есть помехи небольшие. Теперь берем Кощей. С Кощеем была та же ситуация. Пришлось вот с помощью феррита поле перенастроить, просто на низкий ток и поставил. Ток 79 миллиампер, и как вроде начало брать. Глубина, кстати, здесь тоже небольшую выставляю, стоит семерка. Ну, все знают, что в Аське небольшая глубина, это, ну, хорошая такая, скажем, глубина, минус один. Семерка тоже такая нормальная на Кощее. Вот, делаем баланс. Ток 79. Вот эта монетка, как видите, да? Начинаю проводить. Видите? Четко цветное. Показываю старую настройку. Это не только на чистоте получается, а только старая настройка идет даже. Ток где-то 92. Все то же самое сохранилось. Видите, нет уже четкого сигнала. Вообще сигнала нет. Так что на катушках Тайгер, на грунтах, черноземах, минерализации хорошая. Лучше ток невысокий выставлять. Видите, нет сигнала. Покажу, что здесь ток высокий стоит, чтобы сами видели. 94 миллиампера. А когда переключаюсь, сейчас режим поиска зайду. Меню. 77 миллиампер. 77 миллиампер. Прекрасно дергает, то есть как бы проблем нету. Даже на ребре монетку. Вот, провожу баланс. Знаю, правильно, вроде правильно сделал все. Так, получается. P1, то ли P2 уже. Подождите, я уже забыл. P1. Тумблер вверх, вроде так. 22 баланс. Поехали. Видите, четкий сигнал, 19 сектор, то есть лупит все как полагается. Теперь мы закапываем эту монетку. Вот где-то здесь крестик поставим такой. Делаем еще раз баланс. Не
19, вроде нормально. Проверяем, будет ли брать немножко горбик. Есть четкий сигнал. Фокусировал, видите, седьмой порог, небольшая глубина, берет. Даже вот выше поднимаю пинпойнтер. Что-то с пинпойнтером просто лепит, но еще раз. О, все нормально.